Ковыряюсь на досуге с двигателем Vanguard, с переходной плитой под КМЗ-012 бензин с колоколом. В общем, нашел кнопку старт-стоп, замок зажигания даже целый. Купил пару свечек, все туда воткнул, бензин не подключал, только прыснул шприцом. Бензин с газонокосилки, другой не нашел, поэтому будет дымок, но он завелся. Сейчас попробую одной рукой снимать, другой заводить. То есть пациент скорее жив, чем мертв.